любителей еды на вывоз. Добро пожаловать на съезд развозчиков еды в этом году. Часть из вас уже была на наших собраниях раньше. Вижу много знакомых лиц. Вы знаете, насколько наука о бургерах продвинулась в те годы, когда мы создали наше братство. Как спин-офф ассоциаций дорожных убийц. Док, ты записываешь? Это жизненно важно. Сэр, я стараюсь, но я потерял свой блокнот. Он внутри, продолжай искать. Здесь так много мусора. Давай, продолжай рыть, он должен быть там. Это что, по-твоему, бабкина сетка? Хей, Тим, я типа переживаю за Стива. Он выглядит, ну знаешь, очень потно. Давно так. Я думаю, он просто нервничает из-за того зомби-парня. Воу, ты типа... А ты нервничаешь? Не, это отличный рюкзак, подруга. Я не могу отрицать предложение перемирия. Билли, мне нужна твоя помощь! Что такое? Мам, мои руки не настолько длинны, чтобы снять этот рюкзак. И он слишком тяжелый для меня, чтобы присесть. Ты серьезно? Билли, помоги! Вау, эта штука реально загружена. Ну, давайте сосредоточимся на науке о бургерах. Есть еще много чего, что нам предстоит сделать. Нам нужен более красный кетчуп, нужно больше желтого в горчице. Доктор! Вставай! Ты позоришь меня! Я не могу. Помой победили. Нет! Не дай им победить! Проститесь, доктор! Проститесь! Конрад! Нам нужно подкрепление! У нас пострадал человек! Славный человек! Доктор! Он человек с медицинским! А сколько тебе платит старик? О, нам платят $1000 в час. Что? Ага, реально огромный гонорар, подруга. Нет стоматолога, но все равно миленько. Где он берет все эти деньги? Из дыры в земле. Ага, из дыры... Что? Я не знала этого, впервые слышу. Ты шутишь? Нет, я видел его. Он приходит к огромной дыре в земле и достает кучу бабок. И как часто он так делает? Каждое утро перед работой. Я не хотел шпионить за ним, просто подумал, что это странно. Нет, это странно. Определенно странно. И вполне нелегально. Эй, Пэр! Я вижу, ты наслаждаешься рюкзаком. Бог мой, Стив, ты выглядишь как модель из Лэнсэнд с этим рюкзаком. Почему он такой тяжелый? Он прочный. Невероятно прочный. Кстати, у меня вообще-то есть... Еще один подарок! Что это? Это ланчбокс, Стив! Для хранения твоих прекрасных бургеров. Точно. Но у меня уже есть рюкзак! Тебе никогда не хватает места, Стив! Мы как продавцы бургеров знаем это! Ты продаешь их, не так ли? Да, я полагаю. Да! Наслаждайся! Бон аппетит! Стив! Откуда ты достал этот классный ланчбокс? Помогите!